братка. Влад? Ну вот смотри, мой персик, который они очень любят. И брошковяный ананас старый, польский. Чё? Всё? Что? Давай, открывай. Как ты интересно заклевал, блядь. Ну. Какую разницу, как он клевал, главное, что он здесь сидит. И улыбка. Ну вот, видишь, какие? Ням-ням, блин. Пахнет? Пахнет еще. Это что такое? Это персик. Помнишь те персики еще первый год, когда мы ловили? Не помнишь? Нет. Я тебе сейчас покажу их. Персика, що жінокашітелю гінти і ратасай євробойлі. Євробойлі. Персико таке було гелтоні, сіні. Жовтий, от це ті самі персики. Сініна таке. Старі, старі, їх потім перестали робити, а у мене ще залишилось дві пачки. Ну, ну молодець. Так і слушай, я зараз і заброшу назад цю хуйню. Ну, то, так, ха-ха-ха, кот, то, колавк. Что за? О, слушай, там может еще что-нибудь сидит? Вот? Да! Понятно.